Twin Song. Это музыкальное произведение, ставшее своеобразным гимном породненных городов Волгограда и Ковентри. Созданное композитором Дереком Нисбетом и поэтом Питером Каном к 70-летию побратимского движения, оно впервые с огромным успехом было исполнено в Ковентри. Две женщины, олицетворяющие Волгоград и Ковентри, как две матери, взывают к миру и единению народов. И сегодня это произведение вместе с Волгоградским академическим симфоническим оркестром исполняют лауреат международных конкурсов, посол доброй воли Российской ассоциации содействия ООН Яна Бесядынская, певица и композитор Эмми Кокоура «Город Ковентри» и актриса Волгоградского молодежного театра Вероника Куксова. Встречайте, аплодисменты. Thank you.
десятилетий. Академический симфонический оркестр Твинсон. Но это еще не все, друзья. Нам особенно приятно представить вам одного из авторов этого произведения, композитора, господина Дерека Нисбета, который сегодня находится здесь, в этом зале. Мистер Нисбет, thank you very much for this song. And welcome to Volgograd.